Сегодня исполняется 142 года кассовому аппарату. Его много лет назад придумал американец Джеймс Ритти, который хотел таким образом пресечь воровство барменов в своих заведениях. Всем привет, меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче, погнали». Учитесь, парни, как надо подкатывать. В Добруше женщина отвергла приставание пьяного мужчины в кафе. Как вы думаете, что сделал этот Дон Жуан? Дождался, пока та выйдет из кафе, и ударил девушку в лицо. Известно, что мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и нигде не работал. Гречки в стране хоть завались? Власти продлили запрет на вывоз из страны гречки еще на 3 месяца. Ранее «Сильные новости» писали о том, что вывозить из страны гречку, пшеницу, рожь и кукурузу запрещено было еще в июле. Исключение составляет только гуманитарная помощь другим странам. Кстати, а вы любите гречку? Думали, передумали. Власти Узбекистана передумали блокировать соцсети, в том числе Telegram, Instagram и YouTube. Все дело в том, что эти соцсети нарушали правила обработки персональных данных, отказавшись хранить их внутри страны. Это решение было принято вчера, 3 ноября. Однако вечером этого же дня президент Узбекистана отменил эти решения и уволил главу ведомства, который инициировал эти действия.